Не сочтите за невежливость, что моя дочь, крестница вашей жены, не присутствует на свадебном торжестве. Не ее вина в этом. Она все еще лежит в больнице. Он бросил смущенный взгляд на Сани и Тома Хейгана. Войдите. Что тебе нужно, Рикардо? Приветствую вас, Дон Корлеоне. Я пришел, чтобы... Погоди. У меня появилось желание рассказать тебе об этой книге, Рикардо. Это крестный отец автора Марио Пьюзо. Известнейшая криминальная история 20 века, положившая начало всему этому гангстерскому культу. Это очень хорошая книга, Рикардо. Она тебе понравится. Надеюсь, ты запомнил название и автор. Рассказывай. Я пришел, чтобы попросить вас о помощи, Дон Корлеоне. Я безмерно благодарен вам за те времена, когда вы помогли мне придумать новый имидж для моих усов. Они принесли всей моей семье уважение. Но эти времена прошли. Люди начали понимать, что они нарисованы. Боже мой. Рикардо, ты врываешься ко мне в день рождения моего кота Сепальдио, этого милого пушистого комочка. О да, он прекрасен. Не перебивай меня, Рикардо! Не надо никогда меня перебивать. Ты врываешься ко мне в день рождения моего кота и просишь меня о помощи. И ты делаешь это без уважения. Ты даже не называешь меня крестным отцом, Рикардо. Ты даже не поздравил Сепальдио с днем рождения. Простите меня, крестный отец. С днем рождения, Сепальдио. Я согласен выполнить твою просьбу, но лишь при условии, что ты станешь подарком для моего кота Сепальдио. Сепальдио, это твой ужин!